А сейчас сценический каскухей. Команда 7-4. Реклама от искусства. Ощущений. Я просто искала туалет. Хорошо. Так, рамка.
начнет с тебя. Послушай, Клава. Шоколадный оазис. Скажи мне, как от него избавиться? Я не могу говорить, он слушает. Что вы тут замышляете? Я же сказал вам завоевать мир, завоевать мир, завоевать мир, завоевать мир. Сейчас я покажу вам катанарную. Вау, что это за странная фигня в моем шкафу? Я чувствую, как я превращаюсь в мужчину. Какой красавчик, как-как-ц. Перед использованием пропустите с мячом. Что вы творите? Это вообще не реклама. Это ужасно. Эх, переходим к следующему этапу. Сейчас вам предстоит рассказать о товаре, импровизируя свою речь. Окумура Ли, начнем с вас. Тяните билет. Мне попался напиток. Невероятно вкусный напиток. Отлично утоляет жажду, придает бодрость на весь день и, скорее всего, силы земли. Обогащен витаминами, ничего в жизни я лучше не пробовал. Мы решили заменить звук, дабы не избежать потери аппетита наших зрителей. Так, надеюсь, таких инцидентов больше не случится. Азуса, ты следующая. Кон. А, еще один маленький шлейф. Высокомячественный корм от ведущих производителей содержит все необходимые витамины и минералы для здоровья вашей кошки ня. А еще он очень вкусный ня. И правда вкусный ня. Какая вкусняшка! Хватит есть этот корм, он для кошек. Рамка, ну хоть ты не подведи. Что? Туалетная бумага? Почему? Менять предметы нельзя. Окей. Туалетная бумага мягкая, как перышко. На самом деле твердая, как наждачка. Что ты говоришь, рамка? Мягкая, мягкая бумага. Приятный аромат ромашки. Трава, трава, таракан. Что-что? Аромат приятный, говорю. Советую всем эту чудесную туалетную бумагу. Никогда не покупать. Что ты сказала? Я не расслышала. Советую всем. Хорошо, тогда мы переходим к заключительному конкурсу. Вам надо показать свои таланты. Азусу, прошу. Что это такое? Это разминка. Сейчас я покажу, что умею. Что-нибудь более молодежное можешь? Ок.
Ну эти танцы и так везде повсюду что-нибудь другое. Можешь? Ок. Но только не это. Неужели нет ничего подходящего? О, я знаю что. Молодец, Франко. Так, а теперь момент, которого все так долго ждали. Сейчас я объявлю победителя. И это... Рино Комура! Опорожнить кишечник в ведро и выиграть? Должны были уже пустить по телеку рекламу, которую мы могли сниматься. Давай посмотрим.